Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джану Самаюктам Винда Банам Мануха Банча Калпатару Вашаки Пасинда Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Вебхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунг Ланхайтагирим Ятки Патамаханга Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Васам Тато Жайо Мудира Санкиртане Кришна Катопадеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодваруна Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Тетхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Виттатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджи Токма Пикапавадушвадарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртану Капитару Камала Ютакшо Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мупалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калабам Гаури Нирантара Бигуши Табам Бхагам Нараяно Прия Мананго Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясти Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Кармабаламбака кечит, кечит гьянабаламбака, байамту харидасанам падатрану.
Lambaka. Karvama lambaka kechit, kechit jnana valambaka, vayam tu haridasanam padatrano avalambaka. Gaurya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что когда мы обретем полную милость Гуру Вайшнав, то тогда будьте уверены, мы обретем милость Бхагавана. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, если мы обретем полную милость чистого Гуру Вайшнава, то в этом случае, будьте уверены, мы обретем милость самого Бхагавана, поскольку так или иначе Бхагаван, он не дарует свою милость непосредственно и прямо. Процедура в том, что Бхагаван оставляет за собой право, чтобы мы могли обрести милость через Гуру и Вайшнавов. И, естественно, Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур, он говорит такие слова в своей молитве, что в тот день, когда мы это осознаем, то обретем подлинный успех. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, плача, говорит, в одном киртане он говорит: «О Прабху, благослови меня, чтобы каждую часть секунды я мог увеличить свою веру в Гуру Вайшнавов». И это основа нашей духовной практики, нашей жизни в преданности, но мы, к сожалению, не придаем этому значения. Мы не понимаем, что это очень важно. Если мы успешны в том, чтобы поверить Гуру Вайшнавам на 100%, то тогда никакой вероятности падения с духовного пути не будет. А из-за нашего неверия, полного неверия, то есть, из-за того, что мы не верим в Гуру Вайшнавов на 100%, кто-то верит на 90%, кто-то на 80%, и в этом главная проблема, что мы не можем довериться Гуру Вайшнавам полностью, без остатка. И вот Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что мы были в той или иной степени оскорнены Майавада Вичарам. Если мы сомневаемся в чем-то, что Вайшнав не вечен, что вот Вайшнав болеет, мы болеем, Вайшнавы едят, мы тоже едим, они отдыхают, мы отдыхаем, вот кто-то может подумать, что они обычные люди, но такое умонастроение не позволит вам полностью поверить Гуру Вайшнавам. Мы выражаем сомнения. И поэтому мы не можем прогрессировать на пути нашего баджана. В этом главное препятствие. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что в тот день, когда вы осознаете то, что тот харинам, который вы повторяете, когда вы осознаете на 100%, что тот харинам, который вы повторяете, и сам Хари Бхагаван не отличны друг от друга. В тот день, когда вы осознаете, что тот харинам, который повторяете, сам Хари, Шри Хари, они не отличны друг от друга. До тех пор вы не сможете достичь успеха. Все, что бы вы ни делали, ну, ничто не поможет, никакие аскезы, тапаси и прочее. То есть можно делать это, но подлинного результата не достичь. И поэтому Шрила Прабхупад много раз говорил, что в тот день, когда вы осознаете, что тот харинам, который вы повторяете, и сам Шри Хари, они не отличны друг от друга, в тот день, когда вы осознаете,
и что Гурудев, он не отличен от самого Бхагавана. В тот день, когда вы осознаете, что Гурудев, подлинный Садгуру, не отличен от Бхагавана, то тогда вы сможете прогрессировать. И вот кто-то задает вопрос Шриле Прабхупаде. То, что как мы можем понять, что мы совершаем баджан должным образом, как мы можем осознать это. И вот Шрила Прабхупад говорит, это единственный путь. Мы должны развить. И вот когда мы разовьем веру в Гуру Вайшнава и Бхагавана, это наше, это будет нашим успехом. И вот Шрила Прабхупад много раз говорил, что повторять харинамы, встретиться с самим Хари, это то же самое. И вот повторять святое имя Бхагавана и встретиться с ним — это то же самое. И Шрила Прабхупад говорил, это когда мы осознаем это, что каждое святое имя, когда, которое мы повторяем, это должно происходить как встреча с Бхагаваном, наш ум не должен отвлекаться на посторонние вещи. А если мы отвлекаемся, то одни проблемы возникают, и это чудесно. Я знаю, вы не можете поверить, что Садхгуру, он может иметь такую огромную силу. Шрила Прабхупад много раз говорил, Гуру Пад Падма, Садхгуру. Я говорю о стандартных, о великолепных вещах. Шрила Прабхупад много раз говорил, то, что Садхгуру — это Пурна Шакти Бхагавана. И вот много раз Шрила Прабхупад говорил в Харикатхе и в своих статьях, что Садхгуру — это Пурна Шакти. Садхгуру — это Пурна Шакти Бхагавана. И вы не можете поверить. Я знаю, не каждый может поверить то, что Садхгуру может вложить свою силу в вас, огромнейшую силу. Это автоматически произойдет, когда вы совершаете подлинное Гуру Сева. Когда вы совершаете идеальную Гуру Севу, и вот совершенная Гуру Сева, что это значит, когда Гурудев доволен вашим служением? Совершенная Гуру Сева, что это значит? То есть это делать так, чтобы ваш Гурудев был полностью доволен вами. Всем сердцем он благословит вас. И вот совершенное служение — это то, когда Гурудев благословит вас всем сердцем, когда ваше служение привлечет его внимание и его благословение. Это не зависит от того, в какой семье, в какой касте, в каком месте мы родились. Когда Гурудев будет доволен вами, то вы автоматически обнаружите огромную силу, которая придет в ваше сердце. Сегодня я приведу пример. Я хочу прославить такого великого вайшнава. Даже во сне мы не можем представить. И поэтому это наша обязанность — прославить чистых гуру вайшнавов и всех организаций. Это наша обязанность, главная обязанность — прославлять чистый Гуру Вайшнавов, чтобы весь мир он имел представление о том, что такое Гауди Матхи, что такое, кто такой Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта Сарасвати. И вот Садхгуру, он может вложить любое количество силы в вас, как в случае с Ишвара Пурипадом. Ишвара Пурипад, он обрел полную силу. И вот Ишвар Пурипад, он обрел полную милость Мадхавендра Пури. Это естественно.
не думайте как-то иначе. И вот сегодня я хочу рассказать о этом преданном Гауди Матхе, моему Гурудеве Шиле Бхакти Пракаш Арани Махараджа. Может, вы не слышали его имя. Может, никто не знает о его трансцендентном характере. Я даже уверен, что мало кто знает о нем, о таком великом вайшнаве. И вот я могу показать, что такое Садгуру Крипа и что невозможно по милости Садгуру, возможно все. И сегодня я докажу это. Вот Арани Махарадж родился в Нуакале, это сейчас оказалось на территории Бангладеш, раньше это была единая Индия. И вот это был Ист Бенгал. И после этого, день за днем, первое, он внешне он не был образован. В общем, так получилось, что он даже в школу не ходил, не знал, не умел читать. Его семья была очень бедна, но в итоге он присоединился к миссии Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, услышал Харикатху, и вот так он присоединился к Гауди Матху. И он был очень такой дружелюбный, все любили его, и он был очень строг. Он никогда не шел ни на какие компромиссы с какой-то неправильной седантой, неправильным этикетом или еще чем-то. И вот он был очень пунктуален, очень искренен, и все качества, которые мы могли ожидать в вайшнаве, все качества были в нем. Но единственное, он был внешне не образован. Ну что делать? И вот он пришел к Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати, и он получил харинам, дикшу. И после этого он спросил о Шриле Прабхупаде, какое служение он может сделать, какое служение вы посоветуете мне. И Шрила Прабхупада сказал: хорошо, можешь проповедовать с великим энтузиазмом. Говоришь Саутавани, то, что ты услышал от Гуру Варги, от старших вайшнавов, то, что пришло к нам с нашей Саута Парампары, то трансцендентное знание, которое пришло к тебе, ты должен повторять его, это твое служение. Он сказал, что я не образован, но Шрила Прабхупада сказал: ну и что? Посмотрите на силу, на могущество Садгуру. Шрила Прабхупад может понять сердце любого преданного. Шрила Прабхупад не глупец. Если кто-то внешне не образован, если Шрила Прабхупад дал ему служение проповедовать, что это Шрила Прабхупад не глуп. Шрила Прабхупад может понять, и поэтому много раз говорил, что проповедь не может быть совершена языком, с помощью языка. Только языка проповедь может быть дан, только может быть совершена с помощью чувств, бхавы, чувства сердца и милости, которые вы обрели от Гурудева. Если вы будете говорить о своем понимании, о сознании, и если даже ваш язык не столь
прекрасен, но все же, если вы попытаетесь описать то чувство, ту бхаву, которую вы обрели от Гурудева, то люди, они почувствуют какую-то реакцию в их сердцах, это должно произойти. И только с помощью языка мы не можем проповедовать. Язык, конечно, может помочь нам, не так это плохо, но с помощью одного языка или прекрасной памяти, или ораторского искусства, этого мало. Проповедь может быть совершена только с помощью Гуру Крипы, милости Шри Гуру. И вот на пути проповеди, если мы скажем, что мы какие-то массивные проповедники, то это неправильно. Мы не должны так говорить. Это как бы оскорбительно, нехорошо, но какую проповедь мы можем совершать, сколько людей. Массивная проповедь, можем сказать, что во времена Шри Чайтаньи Махапрабху он занимался такой массивной проповедью. Или Нарутам Такур, куда бы они ни шли, Расикананда Прабху. Куда бы они ни шли, они везде проповедовали, даже слоны, они слушались их. И вот даже эти лесные слоны, они то получали харинам от Шимананды. Но такие чудеса не каждый может сделать. Что такое проповедь? Если мы проповедуем кому-то, то наш характер, наш этикет, наш сиданта, все оно производит впечатление на других. А если наш характер, наш сиданта, наши идеалы, они плохи, то как мы можем проповедовать? То есть такие люди с недостойным поведением и недостойной жизнью просто скорняются чьё-то сердце своей такой неправильной проповедью. То есть если они сами как бы не следуют достойно и пытаются что-то делать. Вот Махарадж приводит пример, что молоко, оно всегда, молоко это идеальная пища, но если молоко как задела змея, то можно сказать, что кто-то выпил молоко, но там яд в этом молоке мог быть, и поэтому не столь важно. Если вы какой-то знаменитый пандит или нет, то не столь важно. Много случаев таких я могу рассказать, примеру о Падмападе, о Шанкарачарье. Падмапад, он был внешне необразован, но он наизусть помнил Веданту, все шлоки просто слушая, он это запомнил. А вот Шрила Прабхупад, когда дал это служение ему, он сказал: «О, Прабхупад, я не образован, как я могу, не беспокойтесь, это твоя обязанность, слушай и не забывай». И вот что такое харикатха. Харикатха значит говорить то, что мы услышали от нашей Гуру Парампары. Харикатха не значит, что мы можем придумывать какую-то новую философию, новую сиданту, нет. И тогда мы отклоняемся. В этом случае харикатха значит, что мы должны говорить о том, что мы услышали от нашей Гуру Парампара, от Рупы Санатана, Бхатраганатхи, Шрилы Бхактивинода Такури. Мы должны повторять, помнить то, что мы услышали. Харикатха не значит какая-то лекция. И вот что такое харикатха, что такое материальные разговоры, люди не понимают, поскольку они не обретают подлинные сатсанги. И вот главная проблема в этом мире, главная проблема то, что никто не может понять, что такое сатсанга.
мало кто может понять это. Даже люди вроде живут в Мадхе лет 20-30, но и то не понимают, что такое сатсанга, что такое асатсанга. И поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится: и вот мы не должны забывать это. Кришнадас Кавирадж в Чайтанья Чаритамрите говорит, что Сиддханта, относительно Сиддханта Вичара, если кому-то очень сложно, мы должны принять решение. Есть такая английская пословица: сделай или умри. То есть любой ценой нужно делать, совершать баджа, не идти ни на какие компромиссы. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами пишет здесь, что относительно Сиддханта Вичара, если мы выражаем леность какую-то, и вот относительно Сиддханта, если мы выражаем какую-то леность, то это оскорбительно, поскольку мы не сможем так достичь успеха. Если какой-то ачарья, совершенный саду, который проповедует, если он не утвердился в ачароне Шри Чайтаньи Махапрабху, если у него нет представления, что такое Сиддханта, как он может проповедовать, это будет простой обман. Проповедь и обман — это разные вещи. Кто-то обманывает под видом проповеди, не зная Сиддханты. Что это? Что такой человек может дать публике? И вот, когда вы чувствуете, что милость, она приполняет ваше сердце, Господь дал вам столько милости, что она приполняет ваше сердце, то тогда вы можете поделиться с кем-то. И это будет подлинная проповедь. Проповедь не значит говорить какую-то сухую философию и собирать дешевую славу. И вот... Гуру, который не знает Сиддханты, но, то есть, если как кто-то известен как гуру, но не знает Сиддханты, это глупо. Если кто-то знает Сиддханту, то идеально знает Сиддханту, то такой человек гуру, хотя он может не подавать посвящение, не быть внешне гуру, но он по сути гуру. И поэтому это Сиддханта Шримана Махапрабху такова, что он сказал. И вот Махапрабху сказал. И вот Махапрабху говорит такую Сиддханту. Тот, кто имеет знание о Сиддханте, он несомненно гуру. Но гуру, не знающий Сиддханты, это глупо, не может быть так. И вот сегодня у нас нет права говорить то, что Шрила Бхакти Пракаш Чарани Махараджа не был гуру. Он знал полное, он имел полное знание Сиддханта Вичара. Он получил саньясу от Шрилы Прабхупады. И вот
Шрила Прабхупада сказал ему, чтобы тот Шрила говорил о том, что он услышал от Гуруваги. Он буквально записал в своем сердце все, что он услышал от Гуруваги, всю Сиддханту, которую он услышал, он запомнил все. Как это чудесно. Он мог повторить даже каждую шлоку из своей жизни. Я вот сидя на Вьясасане, я тоже никогда не пытался записывать Харикатху. Гуру Махарадж говорит, что слушали, запоминали с сердцем. Ну, кто-то пытался записывать, но Гуру Махарадж обычно не одобрял. Конечно, вещь полезная, но Гуру Махарадж говорил, чтобы запоминали сердцем. И вот, когда бы он не слышал, когда он слышал Харикатху от Шрилы Прабхупады, он запоминал слово в слово. Это чудесно было. Он запоминал все. Все, что он слышал от Вайшнавов, он это все запоминал. И Шрила Прабхупада сказал, что ты можешь идти и проповедовать, говори Харикатху, не останавливайся. Чудо, хотя образованных людей Шрила Прабхупада он не посылал на проповедь, а занимал каким-то простым служением, а вот Арани Махарадж внешне он не образован был. Но его Шрила Прабхупада отправил на проповедь. Это чудесно, удивительно. И вот с помощью силы, могущества Шрилы Прабхупады он проповедовал таким образом. Я не знаю, что вы не можете поверить и представить даже. Но для него это было возможно. Где бы он ни говорил Харикатху, это его слова задевали, производили впечатление на слушателей. И вот он очень любил и уважал Шрилу Бхактидайта Мадхва Госвами Махараджа, Шридхара Махараджа. Хотя он был старше. И вот когда Шрила Мадхва Госвами Махарадж пришел, чтобы принять прибежище у Шрилы Прабхупады, он снимал комнату рядом с храмом. Вот он получил посвящение. И как-то, когда в Матхе еще не жил, где-то рядом жил, ходил. И вот однажды один Киртан Ананда Брамачари и Арани Махарадж, они встретились с Хаягривом Брамачари. И вот они обнаружили какое-то изображение Гуранги Махапрабху, отца Санкиртана. Ирани Махарадж сказал, поклонитесь ему, и вот они поклонились. Это изображение, сказал, это прекрасная картина, да, мне очень нравится, люблю созерцать это изображение Махапрабху. И вот тот сказал, ты подумаешь, что лучше, что ты смотришь и наслаждаешься этой картиной, или нужно делать что-то, чтобы Махапрабху был доволен тобой, что лучше? И тот сказал, да, лучше что-то делать, чтобы Махапрабху был доволен. Там спросили, кто у них там готовит. Тот сказал, что тут мы тут наняли какого-то брамана сарисы. Брамана сарисы, чтобы он готовил нам. Тот сказал, что все рук ног нету, давайте сами готовьте. И Киртан Ананда сказал, что он из аристократической семьи, сам, но не,
приучен делать что-то самостоятельно. Но Рани Махарадж сказал, но если я не скажу, кто ему скажет? И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он был очень доволен его такой заботой. Это была подлинная любовь, подлинная забота его брата в Боге. И после этого Хайгри Брамачари присоединился к Гауди Матху. Он начал совершать служение Шрили Прабхупаде. И таким образом, все время он приходил и встречался с Хайгри Брамачари, с Мадхава Госвами Махараджем. У них была такая близкая дружба. И вот он был мобильным Гауди Матхом. Иногда он говорил Харикатху в одном месте, через два часа в другом месте. Совершенно так он выступал во многих местах. То есть он мог выступать в разных местах, в нескольких местах за день. И вот иногда он ехал на автобусе, и кондуктора просили денег за билет. И вот тут говорил, что это автобус Кришны, я Кришне служу, поэтому давай сам мне какое-то пожертвование. А этот кондуктор смеялся и билет с него не просил уже. И вот однажды, много раз случилось, и вот наш Прабхуджи Падшила Кешава Госвами Махарадж, Бондев Госвами Махарадж, Рани Махарадж, они поехали в Орису, в Катак, проповедует там Ревенса колледжа, и вот там были какие-то профессоры. Профессора организовали какое-то мероприятие. Наш Бондев Госвами Махарадж говорил Харикатху. Кешав Госвами Махарадж тоже говорил Харикатху. И вот два часа прошло. После этого они попросили Бхакти Пракаш Арани Махараджа говорить Харикатху. Кешав Госвами Махарадж сказал: «Я удивлен, когда Арани Махарадж говорил Харикатху, все эти профессора этого университета, они были ученые, они спросили, по какому предмету вы закончили, защитили докторскую степень. У нас такой вопрос, что вы изучали. Откуда у вас такое знание?» Но тот человек, это Рани Махарадж, был необразован. Внешне читать не умел, но его слова, его представления, его речь была настолько могущественной, настолько красивой, что никто даже не мог подумать, что он необразован, так и высокие, красивые речи говорил. И это могущество Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. Если Шрила Прабхупада захочет, то он может сделать так, чтобы я двигался по его воле. Шрила Прабхупада очень могущественен. Шрила Прабхупада может заставить меня двигаться или делать что-то в нужном направлении. In England, Bhagavad Gita dancing, Harigatha.
И вот мы должны помнить силу могущества Садгуру. Если мы сможем привести в гармонию свое сердце с Гурупад Падмой, это не столь важно, как далеко мы живем от Гурупад Падмой, это не столь важно. И вот Кеша Госвами Махараджи говорит, он вынужден был сказать то, что это была сила могущества, сила Прабхупады, что даже такой внешне необразованный человек мог говорить, как необразованный его ученик мог говорить, как великий пандит. Его кто-то спросил, вот он шлоку произнес, вот с какой, с какой-то, с какой, с какого писания, с какой части, какой стих, он это все помнил и говорил. То есть он не только шлоку запоминал, ее значение, еще номер шлоки, как произносить, запоминал, и откуда конкретно эту шлоку тоже запоминал. И никто не подозревал, что он необразованный. Однажды, как это выяснилось, однажды он пришел к Шри Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджу. В то время наш Бхарати Махарадж, он был Нарутом Брамачари. И вот они сказал, что ему надо брамачари одного для служения какого-то. Тот сказал, хорошо. А сейчас люди очень завистливые. Если попросить какой-то помощи, скажут, нельзя, не ходите. Те ваши вообще не вайшнавы. То есть люди склонны к обману публики и даже и мешают тем, кто ведет искренний баджан. И вот он пришел в Шри Чайтанья Гауди Матх однажды. И наш Нарутам Брамачари дал служение ему. Тут сказал, нужно вот исправить что-то. Ну, в общем, статью какую-то. И вот Рани Махарадж сказал, что давай исправляй. Бхарати Махарадж удивился, что такие высокие ученые речи говорят, что сам не может сделать. Но раз не может, то сделаю за него. И вот он сделал все, и потом спросил одного из своих братьев-боги, что он такой великий пандит, почему он дал мне такое простое задание исправить, ну там что-то отредактировать. Но тот сказал, что он не образован. Что правда, это никогда бы не подумал. Он говорит как великий пандит, но поскольку он не умел читать, писать, поэтому он дал мне такое служение. Народ там такой, это Бхарати Махарадж не придал значения этому, вайшнав это вайшнав, а какие-то материальные качества, они не столь важны, так или иначе. Это Арани Махарадж, он проповедовал везде. Так много качеств его, но я думаю, времени на все мало. И вот он никогда не принимал больше, чем ему было достаточно. Если ему кто-то что-то давал, он брал только то, сколько было нужно, остальное не брал. И вот он привел шлоку из Бхагавад-гиты. Парджупасати, тесам нитави юктанам, йогакхема бхамьям.
Если Бхагаван, мы преданы Бхагавану, то Бхагаван даст нам столько, сколько нужно. Зачем нам накапливать какие-то вещи, когда нужно? Бхагаван, он даст нам то, что нужно, хранить все это. У меня нет места, времени, интереса. Однажды один брамачари пожаловался мне, что я спросил у этого Махараджа одежду, ну, какую-то одежду. То есть нет, не про это, а про другого, что один брамачари какого-то Махараджа попросил какую-то одежду, тот хотел ему продать ее, хотя если посмотреть на его комнату, там этой одежды столько, что складывать некуда. А этот брамачарин, видно, была там единственная одежда, или там мало ее порвалось. А тот не хотел отдавать, хотел продать. Хотя вроде человек сам есть, а ведет себя как это недостойно. Мы, у нас нет веры, что Бхагаван даст нам все. Если у нас есть 100% вера, то тогда Бхагаван, он даст нам все, что нам нужно, так или иначе. Maharaj actually used to travel in train, sometimes Narottama Brahmachari there, Krishna Keshav Prabhu there. They book one, did book one, you know, children, когда ездили на проповедь. When my age was not so, that time I used to go travel with some Maharaj. There was one cook me. In train there is one separate room, pro close, you can close. Two or three brahmachari or sannyasi can go, nobody disturbing him. But Maharaj actually was given served with some prasad. After taking. И вот они ехали на поезде, там забронировали какое-то купе или что-то подобное. Или вагоны, обычные вагоны бронировали сразу. Народу много было. И вот однажды один Наран Чандра какой-то. Он спросил, ну, в общем, ехали в поезде, Махарадж спросил, молока нет случайно, то это брамачари сказал, что тут это матери тут нету твоей, чтобы тут тебя молоком кормила. Что вы думаете, в поезде вообще-то? Ну, тот ничего не ответил. И народ там брамачари и Кришна Кеша Прабху, они пошли на платформу, там был магазин молочный, и вот они купили молоко и угостили Махараджа. И Рани Махарадж, смотрите, откуда молоко. Кришна организовал все, что нужно, он послал. Вот я только что шутил со мной, что тут нету моей матери, что молоко дала Вайшнавани, древо, исполняющее желание. Все, что мы хотим, Вайшнавы исполнять наше желание, мы не знаем их могущество. Ну, к сожалению, многие просят какие-то дешевые вещи. Но если мы хотим Кришну, мы должны ждать. И таким образом Махарадж проповедовал. У него было только три комплекта одежды. Одну носил, вторую на случай дождя, третью про запас. Если кто-то давал, сказал мне, три комплекта одежды есть, больше не надо. Сказал, что у меня три есть, вот когда порвется, если износится, то тогда прям, пока мне ничего не надо. Он был очень просто сердечен, очень пунктуален. Он имел огромную, непоколебимую веру в Гуру Вайшнавов и в Кришну. Мы не можем понять, он был. Это было идея.
И вот однажды он отправился в Кришнанагаре. Там Мадх бедный был, кормили скудно, дал был как вода. Но все же я там останавливался. So very poor temple, but still there is peace. I used to speak Harikatha. Maharaj used to. Ну я там говорил Харикатху, там праздники происходили какие-то. И вот же жил какое-то время. И вот однажды наш Рани Махарадж пошел туда. И вот несколько дней он там жил. Suddenly, Maharaj, after 2-3 days, in the morning time, Maharaj gone to Mayapur. Oh, Maharaj gone. И вот потом он в Майяпур отправился. Maharaj coming to Mayapur and Narottama Brahmachari there. И там встретил Narottama Brahmachari. Why do you make my arrangement, Maharaj? Actually, you can stay inside the Bhajan Kujira of my Guru Maharaj, Madhukuri, because you're, you know, God was there, no? Спросили, где можно остановиться, тот сказал, можете остановиться в вашем кутире. Мадхава Гусей Махараджа, вы его брат в Боге, поэтому живите там. В то время там Мадхава маленький был, комнат мало было, и сейчас даже не посчитать, сколько оно. И вот... Он поставил эту обувь снаружи, принял омовение, принял омовение, начал искать тапки, где тапки нет, а вон снаружи стоят, говорит, нет, не мои. Ну, как бы пришли в них, поставили их сюда, я сам видел, поверьте, это ваши, вы в них приехали, их сами тут оставили. Он посмотрел, он говорит, что это я видно чью-то обувь по ошибке надел, вот он прислонил ее к своей голове и попросил прощения, положил ее в сумку. То есть это обувь Вайшнава, положил какой-то пакет и поехал в Кришнанагар, чтобы вернуть их. Но тем временем наш Нарутам Брамачари тоже поехал в этот Кришнанагар перед ним, перед тем, как тот уехал с Майпура. Кришнанагар не столь далеко отсюда, 10 километров. И вот Бхарати Махарадж отправился туда. И там какой-то брамачари сказал Нарутам, что тут один саньяси сумасшедший был тут. И вот когда пришел, только зашел, спросил, откуда, и сказал, вот этот человек, что какой-то сумасшедший саньяси. Эти тапки мои забрал, оставил свои. И вот смотрите, на разные отношения какое-то. Если тот этим тапочкам поклонился, приложил голове, извинился, то тут обругал его, сказал, что еще тапок нет, приходится в его тапку ходить. И вот в этом разница между обусловленной душой и чистым вайшнавом. Однажды в Гауди Матхи Кальпуте Арани Махарадж и еще кто-то, они начали мыть эти шлепки, тапки других брамачари. Там был этот стенд с обувью и полка. Вот они начали их мыть. Кто-то Нарутам брамачари сказал, ну, Нарутам увидел, что
лодочки, да, не будем их туда ставить, чтобы Махараш их не мыл, куда-то спрячем. Если кто-то украдет, то не столь плохо будет. И вот, и когда бы кто бы когда-либо не встречал его, это его природа, задавать, спрашивал. Знаешь ли ты первую шлоку Бхагаватам, ее значение? Если кто-то шлоку знал, надо значение шлоки рассказать в этом. Была природа Арани Махараджа, любой Брамачари. Когда приходил, он спрашивал как, такой вопрос, как он служит, как его настроение. Куда бы он ни шел, сначала спросил, знает ли он первую шлоку Бхагаватам и Вайшнава Даршан. И таким образом он служил. У него не было никакого счета в банке, ничего, только то, что он носил с собой, но он был великим вайшнавом. Проповедь, куда бы он ни шел, где бы он ни проповедовал, проповедь везде была успешна. Все чувствовали какую-то реакцию в своем сердце. И таким образом Махарадж проповедовал везде. И вот сейчас, что случилось? Махарадж почувствовал, еще заболел, и Мадхав Махарадж сказал, что идите Махараджа к хорошему доктору, отведите. Его доктор проверил Махарадж. У вас со здоровьем плохо все. Нужно есть просад вовремя, спать вовремя и лечиться. Вот он список лекарств написал. И тут ночь прошла, севак спрашивает, как вы себя чувствуете, ну, ему лекарства какие-то дал. И спросил Арани Махараджа, Махарадж, как вы чувствуете себя? И всегда хорошо мне, никогда не болел, я не тело, я вечная душа. Зачем такие вопросы задаешь? И вот он произнес эту слоку. И вот он был очень смирен, очень строг. Его смирение и строгость — это не что-то противоречие. Кто-то думает, что смирение и строгость не могут быть одновременно, но кто-то сказал. Но я говорю, что, несомненно, может быть, если кто-то строг, это значит, он смирен по-настоящему. А если у кого-то нет ни строгости, ни смирения, то такое бывает, как Кеша Госвами Махарадж, очень строг и также очень смиренен. И вот он даже Кришнадас Ашидар Махарадж был тоже очень строг и очень смиренен. Даже выгнал Кришнадас Бабаджи Махараджа за какую-то мелочь. А тот с утра пришел, опять попросил прощения. А тот сказал, зачем ты вернулся? Ну, что сказал, выгнали, но не сказали, нельзя возвращаться. Вот я ушел и... Я опять пришел на следующий день. Это не говорили, чтоб я не приходил. Вот. Смотрите на их смирение, их любовь друг к другу. А сейчас, к сожалению, одна политика. Но доволен ли Махапрабху таким поведением? Махапрабху был доволен проповедью Арани Махараджа, а не то, что сейчас происходит.
this illiterate man. He's very happy. Hello. This way. И вот таким образом Махарадж проповедовал иногда. Он заболевал, и случалось так. У него зрение ухудшилось вот в пожилом возрасте. И вот Мадхав Махарадж сказал, чтобы, чтобы его отвели к окулисту и как-то вылечили зрение. У него катаракта была или что такое? Доктор сказал, надо оставить Махараджа на какое-то время. У него еще этот сахар повышенный был, давление какое-то. Сказали, пока это сахар и давление не нормализуются, операцию не можем ничего сделать. Нужно есть эту больничную еду. Тот сказал, что не будет больничную еду. Если он народ там сказал, не беспокойтесь, мы просад с матха будем к вам носить. Very light, there should not be any oil, fat, you know, very, no sugar, nothing, very light, okay? Then, Narottama Maharaj is coming here, making a light preparation, very light preparation, like it when a sick man, okay? Every day Maharaj taking. И вот братья Махарадж готовил ему, носил еду, просад носил, и потом, когда этот сахар не нормализовался, и давление, ну что случилось? В храме был Говардхан Махотсав, в честь Гирираджа. И вот хотя и вот на раннем уровне спросил, что Говардхан Пуджа было, что ты мне принес, почему то же самое, как и всегда. И вот тем временем одна ученица Рани Махараджа пришла в читание Гауди Матхи, приняла прасад, набрала с собой. Но у нее дети были, и вот она и с собой еще на своих этих детей набрала. Шрила Мадхава Госвами Махарадж никогда никого не ограничивал. Если кто-то хотел набрать с собой прасада, то он всех, всем позволялось. И вот она подумала, что иду мимо госпиталя, посмотрю, как там Гуру Махарадж, Рани Махарадж поживает. И вот она пошла, проверила, спросила Махарадж, как вы там, о, вы пришли, просад поели, да, а это что такое? А, ну, увидела, что он ест, он сказал, что тут Гирирадж Пуджа, что вы едите, о. Сегодня праздник Гирираджа, давайте сугащу. Вот она открыла то, что набрала, накормила Махараджа, Махарадж все съел. Доктор пришел, завтра операция должна была быть. И тут увидели, что сахар опять, уровень сахара опять поднялся. Как то, что случилось? Ну, вот он спросил, что он ел, но тут преданные пришли, угостили. Операцию опять пришлось отложить на несколько дней.
Когда Нарутам Прабху спросил, тот Шутя ответил, почему вы не ели то, что я вам принес? Тот сказал, подожди. Этот сказал, что вы совершаете ваше служение в соответствии с вашими обязанностями. Она принесла просад с любовью, и пришлось мне принять, как я мог отказаться. Доктор, как бы, ну, тоже, доктора тоже свои эти правила. В общем, мне пришлось и от вас, и от нее принять. И в итоге, что случилось, я хочу много чего сказать, но времени не так много. И вот в последний момент, в этот день, в эти титхи, Сафала Экадаши, в этот день Махарадж пошел в Вашидхару, южную часть Бенгала. И вот там Сундарван. И вот тем временем Махарадж почувствовал, одно Вьясасане, говори Харикатху, какое-то недомогание почувствовал. И вот мы пред него положили, он лежал и продолжал говорить Харикатху, и потом он оставил свое тело. В день Экадыши, в этот день Экадыши, говоря Харикатху, он оставил тело. И вот мы очень благодарны. Мы вечно благодарны ему. Он такой редкий вайшнав, мало кто знает о его славе, к сожалению. Кто-то может подумать, что он внешне не образован, бесполезен. Но я могу доказать, что он великолепный вайшнав. И я могу привести множество случаев, чтобы показать его смирение, его тринадапи, его знание сиддханты, его качество, его любовь к Гурудеву. Но некоторые из-за своей гордости они признают таких вайшнавов. Если бы я встретил его, я бы обнял его и заплакал. Я знаю значимость вайшнавов по милости Гуру Падмы. И также я вижу, кто обманщик, притворяющийся вайшнавом. Это способность дал мне Гурудев. Как Шрила Бхарати Махарадж мог сразу определить, кто подлинный проповедник, а кто простой обманщик. Если бы я встретил Арани Махарадж, я бы бросился к его стопам, как собака. Но может, в тонкой форме он придет и благословит меня. Мне не хватает общения с ним. И вот в своей жизни Баджана я обрел общение с многими вайшнавами. Это тоже благословение. Он ушел достаточно давно. И вот сегодня на сегодня конец, я прошу прощения, молю его о милости. Также хочу что-то сказать о Девананда Пандите, о его дне ухода. Это очень важная тема, если буду говорить только об этом, то мы поймем его значение. И вот каково значение его Девананда. Пандит совершил оскорбление. Это не значит, что мы должны игнорировать его. Это была лила. И вот перед тем, как Чайтанья Махапрабху явился, однажды наш Шивас Пандит,
он, Шивас Пандит, ходил слушать Бхагавад Катху этого Девананда Пандита, поскольку в то время он был главный спикер Бхагаватам в Навадвипе. Вот Шивас Пандит пошел туда, и вот Шивас Пандит сидел в аудитории, слушал Хари Катху, и слушая Хари Катху, это эти не почувствовали. И вот Шивас Пандит почувствовал какое-то чувство и начал плакать, слушая Хари. И эти глупые ученики Девананды Пандита как-то неприязнь к нему почувствовали, почувствовали, что он плачет, давайте выкинем его. И вот взяли его, Шивас Пандит, и выкинули за ворота, что тут мешает. Но они не знали, кто такой Шивас Пандит. Махапрабху перед тем, как явиться в этом мире. И потом Махапрабху сказал, когда он уже явился и проявил божественную форму в доме Шиваса, он сказал: «Шивас, помнишь, ты ходил слушать Бхагаватам к Девананда Пандиту, и эти глупые ученики выкинули тебя». Это случилось до явления Махапрабху, но Махапрабху, он вечен, он вездесущий, всеведущий. И вот он вспомнил этот случай. И вот однажды Махапрабху пошел в ту область и увидел, что Девананда Пандит объясняет Бхагаватам. Махапрабху был разгневан, сказал: «О, глупец, есть ли у тебя какое-то представление о Бхагаватам, чтобы говорить о нем? Что ты знаешь?» В Чайтанья Бхагавате говорится, Махапрабху взял Бхагавата, забрал у нее Бхагавата, он сказал, что тот не имеет права объяснять Бхагавата. Он просто глупец. Только если ты сам станешь Бхагаватой, только тогда, когда ты станешь Бхакта Бхагаватой, то ты тогда сможешь объяснять Бхагаватам. И вот Махапрабху забрал Бхагаватам из него, у него, и хотя он читал Бхагаватам каждый день, но бхакти он не обрел из-за этого оскорбления, совершенного в адрес Шивас Пандита. Однажды что случилось? Наш Вакрешвар Пандит. Вакрешвар Пандит, он мог танцевать 72 часа непрерывно. Он один из спутников Гуранги Махапрабху. Гупал Гуру Госвами, ученик Вакрешвар Пандита, и Диан Чанд, он ученик Гупал Гуру Госвами. И вот 72 часа он танцевал непрерывно, совершал киртан, не ел, не пил, не испражнялся, просто танцевал кругло так, 72 часа непрерывно. Мог бы дальше танцевать, но преданные его остановили. И однажды, что случилось, Девананда Пандит узнал, что великий преданный Шри Чайтанья Махапрабху Гуранга, он ушел в Пури после принятия саньяса. И вот он решил пойти на какой-то праздник, и когда он пришел, when he approached and attended the function, he looked at Bhakti Sarpandi, he gone mad.
посмотрел на Вакришу Пандита и был восхищен, видя его танец и прекрасный киртан. Я глупец. Я думал, что я пандит. Но... И вот, слыша киртан Вакришу Пандита, все плакали. И радовались, что и вот он взял одну палку. Ну, в общем, то есть люди хотели подойти поближе, он их как-то не пускал, чтобы не мешали не его танцевать. И вот с палкой он так всех как-то здесь сдерживал. В общем, чтобы толпа там не задавила. И танцевать не мешало. И Махапрабху был очень доволен, видя его настроение служения. И когда Махапрабху пришел с Пурушоттам Дама, чтобы принять омовение в Ганге, в Кули, тогда Девананда Пандит, он пришел и попросил прощения, что я совершил оскорбление из-за своего ложного эго. Я совершил ошибку. Да, я прошу тебя, поскольку я очень доволен, что ты совершил служение чистому Вайшнаву. Вакриша Пандита, но ты должен пойти к Шивас Пандиту и попросить у него прощения. И если он простит тебя, я дарую тебе прямо. И вот Девананда Пандит сначала он был игнорирован Махапрабху, но потом он был принят. И одно очень важное, то что наш Парамбуджапат Бхакти Паген Кешо Гусей Махарадж, он назвал свой матх Девананда Годи Матхам. Все удивлены были. Мог бы более красиво назвать Читани Матх или Читани Ашам, или еще как-то, зачем такое необычное имя, что это Девананда сделал. И Махарадж сказал, я назвал ее учитель Девананда Годи Матха, чтобы мы помнили, чтобы мы не совершили никаких ошибок и оскорблений в адрес Вайшнавов. Когда мы вспомним вот Девананду, мы вспомним, что он совершил такое оскорбление, мы не должны этого делать. И помню это, чтобы помнить этот случай специально. Прампуджи Прадшила Кешав Гусей Махарадж, он назвал свой матхи таким образом. И вот та сторона Ганги, в смысле, эта сторона Наудипы называется Кулия, аппарат Баджан Пад. Аппарат Банджан — это то, где прощаются все оскорбления. И то оскорбление, которое совершил Девананда Пандит, оно было прощено там. И поэтому наш великий Гурупад Падма Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он поэтому основал свой храм там, в Кулии. И вот он смиренно основал свой храм там, чтобы, ну, думал, что он совершил какое-то оскорбление, чтобы его простили. И что в таком самом милостивом месте он основал свой ашрам. И Кешава Гусей Махарадж также с таким настроением основал свой храм там. И также я хочу сказать нечто важное. Вот эту шлоку. С помощью памяти, объяснений мы не можем понять. Точнее, вот эта шлока. По милости Бхагавана, я знаю чувство, суть Бхагаватам. Шукадев Госвами тоже знает, но я не знаю, знает ли Вьясадев или нет. Это Шива сказала.
о 24 Махамахаджанах. И вот я из читания Чайтамриту, ты беру этот случай, и вот Махапрабху, сам Махапрабху говорит в Санатан Шикше. Санатана Шикша Махапрабху говорит о Санатан. Бхагаватам, она вечно присутствует. Мы знаем, Шримад Бхагаватам, она вечно с незапамятных времен. Иногда является, только иногда и исчезает. Махапрабху говорит, что нет. Нельзя сказать, что Вьясадева Госвами он составил Бхагаватам. Только по желанию Бхагавана Вьясадев Госвами, Госвами Шакти Вишавата, он инструмент. Я думал, что могу это более подробно рассказать. Вьясадев Госвами, он не тот, кто написал или составил Бхагаватам. Махапрабху говорит, что читание Чайтамрити, только по желанию Бхагавана Бхагаватам явилось в его сердце. И он не, даже не писал сам, а Ганапати Ганеш записывал. Она, Бхагаватам, он явился через него. А Ганеш, Ганапати, он все записал. И вот Махапрабху говорит, что он не... Этот, он был инструмент в руках Господа, через кого Бхагаватам проявилось. Поэтому вот, я не знаю, знает ли он суть Бхагаватам или нет. Поэтому нельзя сказать, что Шанка сказал что-то неправильное. Шанка Бхагаван, он татвавит, я поэтому сказал, как есть, я не знаю. Знает ли он суть Бхагаватам или нет? Но так или иначе, в этом в списке 12 махаджан, те, кто знают Бхагавадхарму, его нет. Хотя Бхагаватам явилась через него, но если бы он знал ее, то зачем он слушал? Так зачем тогда он слушал Бхагавад-катху, которую говорил его сын Шукадев? Если бы он знал полное, если бы он имел полное знание Бхагаватам, еще и бы гордился этим, то не пошел бы слушать, что говорит Шукадев, которому всего 16 лет. У него не было ни такого, ни капли такого ложного эго, что я там составил Бхагаватам, зачем мне ходить слушать. Нет, его, не только он пришел, его отец и дед, и прадед, и прапрадед, и все остальные, поскольку они понимают, поняли, что мы сможем обрести полную суть Бхагаватам с лотосных уст Шукадева Госвами, поскольку Шукадева Госвами, он необычен, он сам Кришна явился в его форме. В Бхагаватам также говорится об этом. И вот сегодня я заканчиваю говорить. Это шлока, с которой начал. И вот кто-то следует пути кармы, кто-то пути гьяны, но мы следуем пути вайшнавов. При положив обувь вайшнавов к себе на голову, знак почтения. Патитанам павана курешта.